обязательно отдадим свой долг христианский помолиться о них. Благословен Бог навсегда, неизвестный во веки веков, помяни на чистую и непорочную деву. Помилуй нас, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Распади потом. Вооружайте этих киборгов. Сюда пускай вооружают. И сюда этого подполковника, героя. Я не знаю, Адам, он даже боится выйти. Это знамя, которое я обещал достать Порошенко. Я сейчас отдам тому подполковнику, с кем я разговаривал недалеко отсюда, несколько дней назад. Он, к сожалению, не вышел из машины, боялся здесь присутствовать. Да я, к сожалению, Михаилу такую там. Да, я ему дам это лично, это личные вещи убитых. И справки о смерти. Ему-то сейчас все передадим. Пускай привезет на Украину вместе с телами. Надеюсь, что я попрошу его, чтобы нашу машину все-таки быстро разгрузили. И украинская власть могла забрать своих солдат. Почему? Потому что даже ни один из представителей Украины сюда не подошел. Но он сидит сейчас в машине, но побоялся выходить. Я его сейчас сюда подгоню и при вас отдам, чтобы он прямо в машине это все получил, чтобы все видели. Настолько там все плохо, что даже офицеры не забирают своих убитых. Александр Владимирович, извиняюсь, отказывайся. На машине сюда за ухо его. Он стоит перед грузовиком и отказывается. Ну да, я подойду к нему. Мы не гордые. Михаил Юрьевич, здравия желаю. Добрый день. Это личные вещи убитых. Это знамя, которое я обещал вам отдать. Я ему отдаю, передайте, пожалуйста, родственникам, полиции. Да то знамя, которое я обещал. Ваши убиенные лежат там. Я поехал. Убиенные загружены. Единственная просьба. Пленные будут? Нет, пленные загружены. Пленные загружены. Единственная просьба. Машину, не задерживайте. Я отдаю на вашу. Соль. Мы договорились, солдат. Благодарю. Можно спросить? Вы вообще разговаривать умеете по-человечески, а? Берем гробы, ставим машину. Один, залезьте туда, Тони. Залезьте там, Тони. Выше, выше, под мой градомай. Урал, Урал, слева. Мы из российских войск и чеченов не видели вообще. Здесь местное население, которое воюет за свою страну, за своих детей. И за свою семью, жен, которые ховаются в это время в подвалах. Пускай. Вот там вещи пускай забирает. Дай полковник. Вещи берите. Стоп, а что, они выпадут так, мы так не можем ехать. Заберите вещи. Они выпадут. Давай, завещай.